Как люблю я цветение сирени, словно в детстве светлее душа, и как стражи из прошлого тени окружают меня не спеша. Эти строки написала Светлана Гордеева, писательница и по совместительству художница. Таняк в галерее 6 на 7 открылась ее выставка. У выставки романтичное название «Поэзия цветов». Автор стремится объединить в одно целое все, что ей дорого в этой жизни, что стало для нее главным смыслом. Взаимосвязь настолько очевидна, что цветы на полотнах, словно говорящие создания, вступают в диалог с посетителями выставки. Одни названия чего стоят? «Огненный полет», «Бабушкина сирень», «Разговор пионов», «Цветы солнца», «Солнце Чувашии» – более 25 картин. На открытие вернисажа пришли близкие, друзья и коллеги Светланы Гордеевой. У меня нет никаких слов. У меня есть дочь. Она вам свой талант вот выставила. Светлана родилась в селе Комсомольское, а художественное училище окончила уже в Гомеле. Затем вернулась в Чувашию и получила еще одно образование – филологическое. Светлана рисует цветы с особой теплотой и любовью. Ее энергетика передается и ее картинам. Цветы, вот для меня это создание природы настолько загадочное. Вот подумайте, да, что они вроде бы никакой утилитарной и не несут нагрузки в себе. И для чего они нужны, непонятно. Для пчел можно было, я не думаю, что пчел такие большие эстеты, что для них нужно такое разнообразие красок и форм. Но их на планете такое количество. И я где-то прочитала, и мне эта мысль очень понравилась, и я думаю, что это так и есть на самом деле. Это такое некое напоминание человеку о потерянном рае, о потерянном райском саде. Художница любит, когда ей преподносят цветы, и неважно какие. А сама она с удовольствием дарит свои картины друзьям и близким. Татьяна Трофимова, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов, Республика.